Привет, с вами Челом Чол. Да, с вами снова мы. Сегодня мы будем снимать... Зоопарк. Да, влог поездка в зоопарк. Так. Мы вот тут в Екатеринбургском зоопарке, тут один у нас зоопарк. Мы уже все тут посмотрели, нам стало скучно и решили заснять. Опасные животные. Опасные животные? А где там животные, интересно? Животных нет. Ладно, пойдемте, мы сейчас покажем животных каких-нибудь. Например, вот, смотрите, тут у нас арктический волк. Смотрите, какой волк идет. Мужик! Мужик! Это же типа собака. Ну ладно. Ну, типа. Пойдемте, там есть еще круче, там есть обезьяны, там есть львы, там есть много интересного, короче. Сейчас мы поставим на паузу, доберемся и будем снимать. Так, все. Мы добрались до обезьян, да. Но где-то вон там сидит, вон она, вон они, да. Их плохо видно, вот, тут все написано подробно. Тут у нас пустой вольер, да. Тут должен быть ленивец, так, тут тоже никого нет. А тут должен где-то быть. Да, тут должен где-то быть. Так, вон обезьяна сидит наверху. Ой, вон еще, кстати. Она что-то там ест. Так, тут у нас тоже должна быть обезьяна. Вон, смотрите. Вон, лестница. Вон, на лестнице обезьяна. Давайте там. Видим? Смотри, как интересно. Вон. Мама, это твоя мама. Рука вверх. Все. Это мама. Все. Пойдемте сходим к крысе сейчас, а потом пойдем ко льву. Потом можно сходить к пантере, или как там ее? Да, пантера. Смотрите, вон она лежит. Эй, зараза. Она там отдыхает, ей жарко. Смотри, у нее какой взгляд. Угу. Ладно, пойдемте. Сейчас мы доберемся до льва и все вам покажем. Все, мы пришли. Да, когда мы шли, по пути мы заметили вот такого вот слона. Да, вот он. Четкий. Угу. Все. Сейчас мы пойдем как бы ко льву сначала. Да. Вот все. Мы дошли до тигра. Он пытается голову в колесо засунуть. Да. Зато наверху кто-то. Вон там кто-то наверху еще стоит. Да. Он засунул голову в колесо. Он застрял, кажется. Он не застрял. Он пьет. Он пьет, у него там вода, кажется. А, да. Ладно, сейчас мы пойдем к пантере. Все, мы поднялись, смотрите. Вон там тигр. Да. Все. Мы очень высоко тут. Пойдем. Вот. Смотрите, вон там лежит. Первый и вон второй лип. Покажи. Вот первый, а вон второй какой большой. Черный. Господи, они смотрят на нас. Вот, смотрите. Вот ягуар. Аргон какой-то. Вот он что-то делает. Покажем полку. Пойдемте, мы сейчас покажем пауков. Вот, покажи. А, вот есть это вон. А, нет, он. Я бегу, кстати. Тут вот такие вот черепахи. Вон еще под водой. Там. Эй, сними меня. Меня сними. Ты вверх. А, давай. Еще раз давай. Вот такие тут пауки. Ты на паузу поставил? Нет, у меня видео идет. А. Так. Тут вон тарантула, но нету его. Вон да. Паутина. Дальше показывай. Вон там вот паутина. И вот тут внизу покажи. А, покажи большого, большого быстрее. Так. Большой не тут, а вон там. Вот большой. Да. Где? Вот он, вот
большой. Вот так повыше делай камеру. Что-то паучки. Ой, я не увидел. Печать в природе. Тут где-то двое. Вон там. А вон двое. Да. Оттуда, да. И вот тут еще рыбка одна. Ставьте лайки, кто смотрит. Кто посмотрел? В поисках Дори. Да. Смотри, какая большая змея. Приблизь, она смотрит отсюда. И прям прыгни туда. Смотрите, как она на нас смотрит. О, господи. Вообще страшно. Смотрите, как она прыгнет. Так. Она где-то весит, где-то, не знаю, 100 килограмм где-то. Вот еще одна большая. Олег, она какой 100 килограмм? Она весит 200. А. 201 килограмм. А тут у нас пустой заповедник, кажется, да? А, нет, вон, смотрите. Вон там выглядывает. А, да, да. Вот, да. Вот тут черепахи такие. Да, вот они. Двигаются. Мы тут увидели вот такую вот птицу большую. Это кто у нас? Это эму какой-то. О, смотрите. Эму. Эму, так. А, получается, весит он от 35 до 50. Весит он от 35 до 50. Длина 1 метр. Да. Длина 1 метр, а рост, ну, рост, ну, что там, 109 метров. Все. Тут вот у нас такой белый медведь. Большой белый медведь, вон, сидит. Да. Пойдемте я дальше. Давай это будет снять. Все, ну все, друзья, как бы, мы будем заканчивать видео. Да. Ой, мы тут уже где-то 2 часа. Мы тут такую удобную скамейку нашли, смотрите. Да. Кухня тут написана, СТС. И Воронины. Знаете, как выходят у нас деньги? Ну, как бы тащит деньги из нас. Короче, тут была вывеска 50 рублей. Мы смотрим, думаем, что правда, что ли 50? Просто у меня была 50-ка. Думаю, может купить все-таки. А оказывается, мы спрашиваем, не знаете, сколько тут стоит? Лоханули нас, и тут стоит 500 рублей. Вот такой шарик. 410 рублей. Ну ладно, все, да. Мы прощаемся. Ставьте лайки. Если под этим видео наберется около 45 лайков, мы, ну даже может... Ладно, давайте вам скидочку сделаем. 15 лайков. Да. То тогда мы заснимем... что мы заснимем? Не знаю, что-нибудь, короче, прощение, мы будем снимать прощение, как бы. Не отписывайтесь от нас, мы поедем, как бы, вы на... Не будет видео с понедельника, нет, даже с пятницы. Да. Мы уедем в загородный лагерь. Да. Мы когда поедем, заснимем видео. Так. Так что все, всем пока. С вами был Саша и Олег. Всем пока.